И Эрдру попробую сходить. А чё, перекоп? Не, подходите. Так, что у нас там? Эрдру есть? Так, Эрдру есть. Ну, будем пить колбу, куклу хотаем, как обычно. Бурсты будем отдавать сразу, переводим сразу. Так, давайте чек на пул. Давайте, все готовы, кукла IDP. Рейд стоит, курит. Так, мы переводим, стопаем. Не, сейчас хотаем куклу, потом будем переводить сразу. Сейчас никто не бьет. Хотайте куклу, там омоложение, бойный рост. Хильте рейд, кушайте рыбу, там какой-то хавчик свой кушаете. Кого там рейги на БР есть? Четат на диван паладины. Че, в рейге? Так, Светодар, на тебе СС. Дашь бабл, когда если скажу чат. Мы сразу переводим, не надо его куда-то водить или просто вот. Не, не надо, просто стоим. Ну, окей. Давайте, подходите, милики. Подходи, ДК. Давай, ДК, начинай. Отличные новости, народ. Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит. Просто служу, увидишь, если там под миликах будет. Нормально, никуда его не веди, короче. Так, давайте смотрим, чему передавайте. Красные, идите бейте красного, зеленые к столу ушли. Зеленые к столу, красные бейте. Давайте смотрим по целям. Зеленые сбегаемся. Апису сбегаемся. Замедлить зеленого. Попробуй второй раз потом красного замедлить, если будет рага. Давайте к зеленому сбежались. Красный, беги там от рейда. Так, давайте, давайте. Бейте, зеленые сбежались. Сбежались, сбежались. Все, добивайте зеленого. Все, молодцы, добили. Так, сейчас должен быть красный, веди. Короче, там, стой, колбы будут, отведешь чуть ее дальше. Бля, печень установил. Так, веди, от колбы води. Но далеко к зеленым не веди. Все, вот там где-то стой. Смотрим, сейчас будет красный, милики, проф, обейте РД, красного бьем, пельмени центр. А теперь добьем красного. Так, лимон на тебе. Будут колбы, ДК, веди под зеленую колбу, когда будут красные колбы там под тобой. Ну, давай. Да, колбы вышли, веди под зеленого, прям под зеленого. Рейд в центр, хилы РД в центр. Веди, веди. Так, смотрим, сейчас будет пельмени в центр, потом будем зеленого все бить. Смотрим пельмени сейчас. Пельмени в центр, играем по зеленому. Давайте играем. Сбежай, сбегите к зеленому. Сбежались, сбежались. Давайте бьем зеленого. Все, добивайте зеленого. Бейте профа, скажу, когда стопануть, надо будет стопануть. Пельмени там аккуратно. Все, стоп по профу. Не бейте профа, красный выходит, профа не бейте. Отошли все, милики отошли, не бейте. Красный выливается, РД бьем красного, потом милики подключайтесь. Профа не бейте. Пельмени пошли. Так, красный на ком-то. Ник, кто там? Миники. Контроль, беги, мах. Милики, можете переводить профа. Давайте профа переводим. Там колбы, колбы. Так, переводим нормально. Давайте красный идите, бейте зеленые к стеночке.
Давайте красные, бейте красного, дайте рост. Дайте рост. Давайте, бьем по дебафам. К зеленому сбежались. Попробуй второй раз заметить красного. Давайте, больше по красному. К зеленому сбегайтесь. Давайте, красный смена. Красный, блять, я вред его привел. Красный смена, дайте боб по цели. Паладины. Все, нормально. На трех или на четырех тебя делаем? На трех. На ДК кинешь, хорошо. На трех шлаках. Хорошо. Ты новенький у нас, да, в гильдии? Да, новенький. Так, давай там паладин забирай. Ты этот ДК на трех заберешь, мне стаки не показывается. У тебя два стака. Вы проводи. Все, ДК забирай. У тебя еще по-прежнему два стака. Да это не он. Добивайте. Тут без диванов хватило. Колба нормально носовую, кстати. Легкие деньги. Рольте колбу. Как сучку. Ой, не сосову, берите. По-конски тогда, да? А я на успех. А, по перлом ты тоже на успех? Берлон, ты на оффроле или на мейн? А, на мейн. Топорик свеча нужен кому-то? Роль ты защитника. Макгрегор врывается на эту хуйню, если она упадет. Ага, окей. Но она навряд ли упадет. Ты печеньки никому по сути не надо. Ты на кровь побежал, я смотрю. Что-то все походу. Ой, Эйника. Сейчас там я кому-то отдал, скажу кому. Я ее апис подал, попроси его апис, а там пятая пати друид. Запопайте паладину. Сейчас, ребят, пару секунд АФК. Соратники, прайкулы насмерть будут стоять за королеву льда. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Довольно пустой болтовни. Прибыли наши герои. С их помощью мы пробьемся через зал. Давайте, милики, звездочку, РД печеньку бейте. Там, милики, не подходите к ней. Все, добили дальше звездочку, добейте точно. Так, давайте так же самое РД печеньку, милики звездочку. Бейте точно РД печеньку. А милики отойдите или ее сразу заливайте тоже.
Все, играйте по звездочке, чтобы трэша меньше было. Давайте массами. Ты смотрел, кто Эша? Кого смотрели? Что ты пропал? Это Эша. Да нет, только одна серия вышла. Что, не смотрел? Да нет, там хотя бы серии 5. Давайте, танки, идите наверх. В милике стойте, курите, РД массами сливайте. Ты типа любишь захлёб смотреть, да? Да, ну ладно, хотя бы не в одной серии. Хотя бы там штук 5 было. Да, как я Наруто смотрел, не просыхаю, блядь, охуенно. Да ну нахер, сколько оно... Блин, 15 даже нашло. Не, ну я не полностью целиком Наруто смотрел там. Частями. Нет, но если там без филлеров смотреть, то там нормальный сериальчик. Филлеры — это пизда, это просто... Это вообще, это такое говно, я не знаю. Зачем они делают? Типа растягивают хронометраж, им надо что, здесь. Про что имеешь? Вот эти превращения, всякую вот эту хуйню, да? Не-не, филлеры, короче, это основное сюжет, идет от тени, да, и ставки. И причем там очень много ответвлений, которые типа одну и ту же историю с нескольких ракурсов показывают. И все эти ракурсы такие охуеть неинтересные для меня. Но они не только для тебя неинтересные. Как можно такое дерьмо смотреть? Да нет, что, нормальный сериал. А как можно сверхъестественное смотреть после там, 4 сезона? Да, охуенно. Согласен. Я сейчас посмотрел 14 серию 13 сезона. Там сегодня скачал еще первые 3 серии 13, для кого там последний сезон посмотрел, такое унылое говно просто. Чтобы Валя это оценивать, надо смотреть все сезоны было. Я все смотрел. Да? Ну я не Да, знаю. Но там оно после 5-го что-то... Не знаю. Не, ну понятно, там скучно, все это хуйня, блядь. Уже понимаешь, уже заебывают это, типа, блядь. Дин постоянно говорит, мы, блядь, справимся, мы, блядь, ну, найдем выход, нахуй. И постоянно вся хуйня. Блядь, чего бы не было, там конец света, блядь, кто-то умирает, им похуй, они говорят, мы найдем решение, блядь. Я угораю. Так их воскресают, они постоянно, блядь, неумираемые, пиздец. Ладно, там хоть некоторых типов убивали в этом сериале, хоть какой-то. Да не, мне кажется, нормально стали. Ну, нормальная тема. Там много чего. Не знаю, они... Они слишком серьезную тему, когда начали про бога. Все эти сезоны загоняли и не вытянули. Слово сделали. Ты что, посмотрел серию последнюю? Где там они там? Не, я это уже не смотрю. Я на вот этой серии, там, где этот... Я говорил уже, что типа бог, типа... свою книгу начинает читать Метатрону. Я просто выключил и все, типа. Да лол, блять, прикольно же. Ты прав. Ну конечно. Короче, тебе надо трешак смотреть, это Эш, блять. Так, что тут по хилам? У кого есть пеки хилов? Туманиться, пожалуйста. Друиды есть у кого-то там, Даня или Апис, там где у Аписа есть. Давай, Пал, спекайся. Где ребут, ну, браудер, секунду. Ну, за дверь только зайди. Так, давайте, Апис хила, Светодар хила, так получается, рейд у нас ДЦ хилит. Блин, кого там? Apple Box, тебе там Эрдру есть? Там же тоже будет вроде. Там Мишка. Ладно, то давайте ДЦ и Апис на рейде, остальные все на боссе. Суманите, пожалуйста. Да сумоним, сумоним. Дайте интеллект, пожалуйста. Идите на сумму еще раз. Могу за хулипало зайти, надо? Да, мы захилим изи.
Так, давайте вроде все тут, чек на пол. Да подождите, я вернусь. Спасав, зальёшь Иннер через 15 секунд после пула. Лимон тут. Давайте все тут можете начинать. В порталах за печенькой летайте, стаки там не воруйте, тут тружки. Поклонский, я тогда слева буду, окей? Мяу. Давайте массами червей сливайте. Там зомбаря можно косты сбивать. И щиту именно меня отвлекит. А что это за гильдия? Never Believe Gipsis. Кольвалятор. Мне что вроде была это, как она там, был Steam. Так, толстый вышел, смотрим, сейчас будет подавление, в подавление играйте. Давайте, справа снизу, слева снизу. Да вы охуели, блядь. Ауе, по толстых. Там Редрик, если умеешь, может тоже в порталы полетать, светом похилить. Там норм хилится. Подавление слева вниз. Играйте подавление. Так, давайте ОЕ по толстого. Давление вышло, играем слева снизу, справа сверху. Давайте после следующих порталов можете рост давать и захиливать. Огненный слева, внизу. Играйте в подавление, потом огненного сольете. Играйте в огненного, давайте АОЕ под трэш. Все, выйдите, давайте рост захиливайте так. Так, Дима, дай гим на хп. Там паладин, руки кидайте. Слава, давай гим на хп. Смотрим, сейчас будет подавление, толстого не трогайте уже. Дохиливайте. Сундук не лутайте. Не лутайте сундук. Тыкните на сумму. Еще раз тыкните. Остаться на синдром. Крудаком. Ты что, хилил? Кого? Ну да. Нет, там пятая пати, хил, останьтесь и все.
спину на мейнспек рольте. Там паладин, побудь хили на синдру. Я что ли? Так, сейчас, погоди, я в огре святой покатаюсь. Я ж без инженерки не хилю. Это так на вальку. Так что три хила. А кому это осколки отдавал? Таргариену? Кому там еще надо осколки? Ни к чему. Рад шеймом не увидел. Так, смотрим, что там по ПР. Self-control. Угу. Надо кому-то за 10%. Тап не нахапало, надо бесплатно отдам. Они не идут на хольфа. Ну, побегают. На первое время пойдет. Ну, разве что, там просто не то. Ну, мне было бы стыдно и ходить. Не, ну, они идут, но не на... Их бы было стыдно создать, типа, это вообще зачем их сделали? Не понимаю. Они сделаны для флешера. То есть, на этот, на... когда на СПД вбиваешься и флешка хилишь. Поставь их стрелу. Кто-то он покажет уже. Бань. Тут. Да, я поставил стрелу. Ты же все равно будешь продавать все избавления. Пускай у меня полежит. Я ж не против, что искал. Ладно, сливайте, сейчас я приду. Чуть не умер, вы, короче, ушли. Походу, Мазда нет, хилы АФК. Напротив, хилы все живые, причем. Притяните магов.
мальчишку. Утешение я беру, вообще не идет. Что для шамана этот хила бисовая? Да еще ты такие. Хуйня. Лучше за раз купить тренинг. Ты шамана. Я для шамана. У меня шаман с чешкой, что там еще? С счетами. Еще если там, тоже если самое. Бой долгий, то с утешением. А бой долгий где у нас? В РС? Не, на анбафе. Ну не знаю, там друид от шаманов зависит, я по маньяк-то не сажусь. Нарисните павших. Суманите, пожалуйста. Тыкните. Так, где-то шкаф пропал. Ладно, пошли трэш чистить. Тыкните на шкаф. Это бесконечный трэш был. Еще раз. Ну давайте все тут, пошлите дракона пинать. Все, есть, сейчас я приношу. Спасибо. Давайте второго дракона агрите наверх, идите. Почти приземлиться не успел. Не знаю, там глянь, кто там плачет следующий после селфиш контроля врывался, там что-то отменил ГП, кто после него там, скажите, кто ролил. Не ревари. Ну, да, не давай тогда. Ты уже проверить успел? Так, давайте наверх поднимайтесь, сейчас надо будет рейд захиливать, подходите. Сюда подходите. Кокосина тут, подходи, сейчас тебя риснут. Дрисните Кокосину. Так, давайте, тут можете фулбафы дать, там, что там, лапку дайте, интеллект дайте, каску по престам, кулак там обновите, пять. Фулбаф дайте, короче. Пятая пати хилы, там, как мы смущены, мы ничего не стакаем. Мирики скажу, там, когда надо будет стопнуть по стакам, чтобы не били, если на хилах будет много. О. Может, одного шипа надо было закинуть в четвертую группу? Сейчас закину. Давайте кушать рыбу, чек на пол. Ансокер, что там не хватает. Дайте каску по ДК. Каску ДК и пристам. Сейчас, да.
Так, ну давайте каску дали, пошлите вниз. Хилимся. Там, прошу, вот, деньги не забудьте, танки. Так, 3 хила освобожден, к Америке там 4 стака максимум, не умирайте. Смотрим, притяжка сейчас будет 2 секунды, готовьтесь отбегать. Смотрим, бежим. Дота Тесендру, сейчас будет взлетка. Взлетка, взлетка, Тесендра, хуй, взлетка. Давайте, хитите дутипку, рейд наверх, метки вниз, смотрим. Метка на БДК. Портопал поймаешь. Бейте точечно, без дот. С правой стороны близко падает. Печеньку не бейте, центральный там сзади падает, сзади на лестнице падает, печеньку не бейте. Бейте с правой стороны, с левой стороны. Так, слева да, падает между склепами. Стоп по склепам, стоп, не бейте склепы. С правой стороны падает. АДК поднимите. Давайте, разбивайте. Давайте, бейте, бейте. Лапи срезает Таргариана. Даня резает Сокера. Так, 3 хила Америки, там 4-5 стаков максимум. Дайте нам какие-то бафы, пристабаф, каску, лапку. Смотрим, притяжка сейчас будет, 10 секунд, готовьтесь, сбивайте, жим. Не резайте. Так, мирики нормально, вреди только не хлопайте. Вообще лучше не хлопайте. Дота Тесендру сейчас будет взлетка, 2 секунды. Давайте, рейд наверх, метки вниз. Давайте, метки вниз. Точно, бейте. По центру далеко падает. Печеньку не бейте, с правой стороны падает. Справа по центру. Не подбейте. Бейте левые только, только левые бейте. С правой стороны где-то в склепе падает, не вижу где. Дайте стоп по склепам, стоп, не бейте склепы. По центру последний. Все разбивайте. А, рост на боссе не давайте, на лича прибережем. Хотя давайте прямо сейчас, давайте, он катится до, синдр... до лича, давайте прямо сейчас. Дайте Геру. У нас подойдет. Давайте все метки будем под босса носить. Смотрим, сейчас будет притяг. Не, не будет притяжки. Под босса несите. Ни к чем под босса милики ушли. Сразу разбивайте. Так, один хил освобожден. Разбивайте сразу. РТ не стакайте, вышли, хлопнули, вернулись. Давайте следующую под босса, будет притяжку, скреп не бить. Андетайм под босса, милики ушли, не бейте скреп.
Стоим, скидываем стаки. Левее не могу сместиться. Стоим, ждем. Может его задота чуть-чуть. Следующий под босс Америки стоят, курят. Все, разбивайте. Под босса следующий. Апис под босса, Америки ушли. Ушли. Разбивайте сразу. Да, следующий под босса тоже. Смотрим на ком там. Мах под босса, Magic. Шли Мелики. Сразу разбивайте. Под босса также Лимон. Не хлопайте в рейде. Кто там такой умный с тучкой бегает с крестиком? Так, да, разбивайте сразу. Следующий под босса не бейте, будет притяжка. Давай, под босса следующий. Отлетаем под босса, его не бейте. Давайте, стоим, ждем. Беги, малышка, беги! Давайте. Следующий под босса, разбивайте склеп. Ушли милики. Сразу разбивайте. Разбивайте следующую сторону, несите. Давайте сторону и зергаем. Светодар в сторону. Все, добивайте. Следующую сторону тоже отнесите. Апис. Только не хлопайте его там в рейде, когда Синдро убьем. Синдрагоса, ты проиграла. Свободно. Так, ковы тролльте на майнспек. У меня вряд ли кого-то. Да, вряд ли. Новый спек. Ну, бар, сорян, но вообще не катит. А вару зачем ковыть? Так, покрытие рольте. Лапис вин. Кто там осколки забирал, кому я давал? Ничего. Кому там паладинский токен обычно надо был, там говорили? Так, где вы там подходите? Отлетаем, принимай сум. Надо кому-то еще курить ваши собачки. Ты хочешь отдать? Давай. Ну да, мне не нужен. Не реварен. Я ШП как бы. Кому? Не реварен. Сейчас я дам обмен тебе. Короче, у меня. Так, давайте все тут вроде, давайте паладины по станам. Поклонский третий, трусы, Веролом первый, кружок, Эника второй, ромбик, Светодар там. Смотришь, кто будет летать, тот того и давай стан, короче. Так, Иннеры. Даня, заливаешь Лимону, Аплбок заливаешь Эники. Так, по ССам Ален на БДК на Макгрегора. Я тогда на протопала кину, в идеале там пусть тебе будет СС, если там кто-то сдохнет, может на него кинешь. Так, по диспелу, тут типка подиспелишь? Да. Так, давай, иди там 3 секунды ФКш и подходите.
И там 3 секунды перекурите, пока. Рыба вон стоит. Давайте лапку, дайте рыбу, кушайте. Вот звездочки рыба. Там кто на месте бежит или это баг? Ну, верлом бежит на месте. Верлон, ты с нами? Куда Пал ушел? Там что-то на месте бежит, его кикал, может его кинет. Ну, где у вас есть? Там полететь не надо, потому что там другой кто-то надо. Может зайдет сейчас? Да, может зайдет. Король лич, пососи. Так, ты киньте на сумму. Только ему скажи, что он станет. На чем станет? Ромбик, по-моему. Поклонские трусы, они первым станет, да? Да, Верлон, ты в РК? Не, 28 было людей. Вон, заходит уже. Крылом в РК печеньку станешь там, присани. Что, по местам? Все, давайте чек на пол. Давайте, милик, если там на миликах ловушка, бейте в разные стороны, там куда хотите. Что, некуда тут 4 часа опять сидеть на нем. Все готовы, там запустил лича. Живой раз сходите. Там прям в стороны разбегайтесь, там вообще далеко. За этот, выпрыгивайте за край. Да, можете с обрыва сразу прыгать. Ну, так и сделал. Там, поставь тотем и шамана. Если будешь улетать, жми череду на ночь. Может, у кого на хосту есть баночка? Так, давайте, бой начинается, 10 секунд, там готовьтесь. Смотрим, сейчас будет ловушка. Так, ловушка на миликах, милики, ловушка, милики, милики. РД звездочку. Смотрим, чума. 2 секунды смотрим, на ком выносим чуму. Чума на гипсолитик выноси. Так, ловушка на... Сейчас будет на ком-то милики, милики, милики. Давайте в стороны. Давайте РД стоим. Так, смотрим, сейчас еще одна ловушка будет, 2 секунды. Так, ловушка на РДД. Так, кто давайте видит, смотрим, сейчас чума сейчас будет, чуму выносим. Чума на Apple Box выноси. Диспетч. С
кто-то здесь покупал. Мили... Чё там, Милик Роу? Не, вроде. РДД. РДД, РДД. Отведи чуть-чуть дальше вот этот трэш. Чуть-чуть. Так, смотрим, сейчас ловушка будет. Милики, милики ловушка. Чума, 2 секунды, чума на... Так, тут типка выноси. Диспельте, по рейду диспельте, селфиши диспельте. Смотрим, ловушка. Милики. Милики. Так, давайте. Сейчас будет ловушка. Кто, блядь, наступил? Ладно, играем нормально. Давайте. Ловушка, смотрим. Протопал на край уходи. Не завис. Протопал на край ловушка. Да, да. Чума, давайте все в звездочку идем. Не успеешь, диспель. Диспельте. Давайте, БДК, веди к РДД зоне. Верлон, ты тут? 70% всегда. Давайте на край. Макгрегор, ловушка там. РДД ловушка, РДД. РДД. Так, Магар, че этот Верлом тут? Прислони что-то. Блять, вылетел походу. Так, не офайся никуда, играем. Играем по духу, присты, ханты, шары бейте. Где дух, что-то я его не вижу, что нету? Кать, где этот дух? Дух не да. Заходим, умираем. Что-то было. У меня резко начало виснуть. Задержка 400. Да, лагать начало. Там что, опять какие-то тупые ивенты пошли? Да, не сильно так выключили. Они завтра выключают. Не знаю, предлагаю кикнуть Верелома, если у него пинки добрать Дивоса и нормально убить, а не дрочить. 400. Как мир рухнет. Потому что ретриком стать в ловушку — это дебилизм. Метка случайно не воет? Вообще, ксенон. Убили фастом. Тупо из-за лагов. Так вроде нормально шли. Из-за того, что паладин становится в ловушку, и БДК не может стаунтить духа в толпе этих вардалаков. Да там, да, понятно, где он был. Две секунды зависло просто на одном месте. Да, заебись, Макгрегор. Я тебе давал. Даже если бы было задержки БДК. Да, да, на цель. Видел, как бегал БДК, херенно, ничего не агрил. Лесни, ноги торчат, понял, из колонны, блядь, башка в колонне застряла. Спасибо. Тыкайте на сум, смойте игроков. Его, короче, просто ты спамишь, да, он берет цель, если, ну, он и не пропадет из цели, короче, да? Тыкайте на сум. Твоя задача, вот он появился, да, ты должен это понять, что он появился, и тогда жмякаешь этот мякрос, и все, и пиздец. Если ты его раньше нажмешь, то ты стаунтишь вурдалака, блядь, и сложишь... Так, где вы моего джинса закрыли, ёд твою дивизию? Понял, да? Нет, у меня просто макрос типа цель, ну, цель вот это гневный дух, то есть его в цель только взять, удачно. Так подпиши строчку темной власти, пиздец. А я не хочу, я в цель, я сам дальше. Там, что-то я заменить. А если я просто буду спамить, он все равно будет держаться в цели, да? А если там два гневных будет? Оно же рандомно цель выбирает. Да подождите, помолчите. Верлом, тебя менять или там что-то лагаешь, не? Паладин, ты в РК? Ты же вроде же был в РК. Давайте все тут, фулбафы, давайте.
Я пока запущу вас там добав, вот чек на пул принимайте. Филипец. Давайте, все готовы, запустил, короче, Лича там, смотрите, что вам не хватает, пишите. Еще один 2К18 год. Что, Вторая мировая война была, 1К1944 закончилась, да? Вообще 45-м, вроде как. А, да, мировая, да. Соня, все нормально? И отечественная тоже, как бы. Да не, отечественная 44-м. Александр Скворец. В 44-м только Беларусь освобождать начали. И 29 мая еще освободили там. Так летом же Багратион проводили. Ваша мировая война вот здесь, вот с этим вот мечом. Я нету пинга. А что у меня? 2 секунды бой начинается. 370. У кого есть пинг, ГП? Ну я туда левую. Смотрим, ловушка сейчас будет, готовьтесь. РДД. Смотрим, чума 2 секунды, выносите чуму, чума на поклонский диспел. Смотрим, ловушка сейчас будет. Поставьте кастал, пожалуйста. Того? Стоит кастаура. Так, смотрим, ловушка, 2 секунды. Так, ловушка на РДД. Стоим, короче, стоим. Дима, на тебе ловушка. Смотрим, чума, чума на минилтор выноси. Диспельте. Так, смотрим, ловушка будет сейчас. БДК, все в стороны, в стороны, в стороны. Давайте РД звездочку. Смотрим, ловушка. Смотрите, РДД. Падаем. Что это такое? Заходим, умираем. Что это сейчас было? Короче, вереван такой двигается, 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 хочет стать за спину меча, и такой в ловушку. А, не, потому что... А, потому что я стоял возле ловушки, тут раз улетел. Кто-то, походу, кто-то... А, понятно. Я просто сказал, кто взорвал ловушку, так что китните его и замените на Дивос. Да Дивос тоже в ловушке стоит, да. Ну, я тоже улетел, но я стоял возле ловушки, а не в ней. Тебе сказал, как сейчас было, Дивос. Ну да, там человек цепляет. Хотел встать за спину и улетел. Ну да, получается, он меня выкинул тоже. Давайте шустрее, а то мне уже уходить надо. Куда? Такое время, да, куда ты уходишь? На улицу. Я говорил, до 9.30 максимум могу быть. А тут уже еще на минут 15 задержался. 9.30 я же писал. Нифига. Ребята, печелька, варен, сотник, шам нужна кому-то? Потому что я сильнее этого на мэне. О, пинг спал. Шикарно. Резать там павших, тыкайте на сумму.
И чё там посевало? Негодяй. Так, давайте туда по паладинам. Чего там? Так, Светодар Ретрик, Светодар первую печеньку, Эника второй ромбик, Поклонский третий трусы. Давайте фулл баф, каску там, лапки давайте. Кушать рыбу, там чек на пул, я пока запущу вас добавку, принимайте. Так, ансокер тут. Давайте, все готовы, запустил там средь, что бафам не хватает. Дайте каску магам и пристам, что-то нету на них. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил. Да, раньше мирики улетали, то что они в служки не убегали. Сейчас они улетают, то что они в лужки заходят. Деградация. Еще бы РДД, блять, побежал к миликам ловушку их не взрывать, блядь. А это идея. Вообще охуенно. Кава есть такой мать, он так делает. На мувик, да, снять? В 5 косарей голды сделал. Давайте 2 секунды, бой начинается, там готовьтесь. Я оставлю тебя в жизни, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Так, смотрим, ловушка милики. Милики ловушка. Ну, лагает, конечно, сильно. Смотрим, чума 2 секунды. Чума на ком-то селфиш, выходи. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. Милики. Там сами смотрите, то я что-то очень сильно лагаю прямо. Больше меча не заходи. Тоже подписаю. Так, смотрим, ловушка сейчас будет. 2 секунды, ловушка на РТД. Давайте, чума 2 секунды, чуму выносим. Чума на слава выноси. Так, ловушка РДД. Так, смотрим, ловушка Милики. Так, чуму выносим, 2 секунды. Чума на Эника. Диспельте. Так, смотрим, сейчас будет ловушка. Макгрегор, про БДК в стороны. Падаем. Да вы издеваетесь. Нормально дела у вас. Не, если не говорить, походу все улетят. РДД, милики, все ни разу. Так говорили же. Так говорили. Один хер улетают. Не, я имею в виду, если вообще не озвучивают ловушки, вообще нахуй, все улетят сразу. Милики вместе с РДД пробежали. Ваня, меня дайте. Давай. Кидала. 2 косаря. И сам начислишь. Там, подожди, начисли тебе ИП. Я сам себе ушел. Угу. Ну, уведомления нету, начислил.
Тем же БКД повесили, блядь. Завтра в рейде один с шампионата. Я буду два на. Я пойду еще. Еще один ШП. Ну тогда нормальный рейд будет. Ну там престол хватит. Да с танками проблема, там танков всех потикали. А кто потикал? Ну кто-кто? ПМ. Танков? Как так? Мутанта что ли? Та жмука он кикнул. Ну жмук козлова кикнул. Так жмук вон на гильдии сидит. Жмук же здесь. Ой, жмук этот злой. Это жмук в рейды не ходит. Он только в льду ходит. Злой был, да? Ну я напал.